Отримав 2 дози вакцини, отримай 1000 гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За ці гроші можна буде купити абонементи до спортзалів, фітнес-клубів, або ж відвідати кінотеатри, театри, музеї, виставкові центри, чи придбати квитки для мандрівки країною. На це з держбюджету лише цьогоріч мають виділити 3 мільярди гривень. Гроші почнуть надходити до українців після 19 грудня 2021 року. Спочатку в ЗМІ циркулювала інформація про те, що отримати ці гроші зможуть лише ті, хто щепився після цієї дати, але згодом Офіс президента спростував це. Гроші мають не лише мотивувати українців до імунізації, але й підтримати бізнес, який найбільше постраждав в умовах карантинних обмежень. Ми вирішили запитати у дніпрян, як вони ставляться до виплати президентської 1000. Ну, положительно. Це було б, звісно, хорошо, якщо б люди отримали б, хоча б, звісно, на якісь, да, услуги, там, на культуру, проїзд, може бути, спорт. Я в это не верю. Ну это же не деньги будут. Это же посещение там кинотеатра, ну ни о чем, просто пиар какой-то. Лучше деньги нужны наличными. Какое счастье. Теперь заживем. Скажите, пожалуйста, ну какие мысли? Да я первый раз от вас слышу, я понятия не имею. Положительно. Почему? Ну почему? В Германии пиццу давали, а нам нельзя по 1000 дать. Поэтому положительно. Заманивают, как хотят. Я не вакцинируюсь, мне пофиг. Мне все равно. А как бы давало 1000 гривен? Не вакцинировался. Это точно. Мне это не надо, у меня нормальный иммунитет. Пенсионеров хорошо. Только я не понимаю, как это все будет происходить. Я думаю, что никакой 1000 гривен не будет, а просто человеку скажут, иди раз, сходи в кино или куда, потому что за 1000 гривен абонемент не купишь в спортзал. Это, во-первых, мало, что такое 1000 гривен сейчас. А во-вторых, они не, ну, я вакцинированная, но не знаю, как вы считаете. Это такое какое-то даже унизительно. Возможно, это как стимул для вакцинации, но дело в том, что на руки деньги не получают люди, а это сертификаты, и, вероятнее всего, это будет не очень актуально. Тренажерный зал. Вот у меня я хожу, мне нравится, но я так думаю, что сертификат, который будет, он не будет распространяться на данный тренажерный зал. То есть, наверное, будут какие-то включены, а какие-то, наверное, нет.